Радиостанция Лас Вентурас. Сейчас пост директора радиоцентра занимает Лила Мяу, она же Александра. Наша радиостанция находится вблизи общественных мест, например, через дорогу справа железнодорожная станция Лас Вентурас, а с другой стороны магазинчик 24 на 7. Вблизи есть практически все, что нужно для жизни вас. Также стоит не забывать, что наша радиостанция имеет обширную парковку. Она имеет два этажа, где вы сможете припарковать свой любой транспорт. По словам «любой», я имею в виду абсолютно любой, и количество его совершенно не ограничено. Совсем рядом находится полицейский департамент Лас-Вентурас, что гарантирует молниеносную помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Около минуты пути займет дорога в банковское отделение города Лас-Вентурас, где вы сможете в любой момент совершить свои банковские операции, ненадолго отлучаясь от рабочего места. Также интересно то, что в банковском отделении можно запросто раздать все нужные листовки, так как людей там, как обычно, немало. Наш радиоцентр имеет обширную территорию как снаружи, так и внутри здания. У нас обширный холл для проведения собеседований, два этажа. На первом и втором этажах находится рабочая зона для сотрудников. Практически в любом месте сотрудник СМИ может редактировать объявление. За счет огромной территории у нас много рабочих мест, которые с радостью могли бы занять вы. Мы с радостью ждем вас в нашем радиоцентре. Мы готовы вас принять в абсолютно любой момент. Кстати, не забывайте, что на нашем форуме в разделе «Радиоцентр Лас Вентурас» открыто электронное заявление на должность помощника редакции. Ждем вас у нас в радиостанции. Спасибо. Видеозапись о радиостанции Лас Вентурас подготовила и озвучила Кейн Фиде.